Мы сейчас находимся на северо-востоке острова Самуи, в бухте Тонгсонг Бэй, недалеко от ресторана и отеля Милати Бич. Здесь очень хороший пляж, очень уютная бухта. Вот сейчас Сергей войдет в воду, посмотрим, насколько здесь глубоко и какое тут дно. Вот, но тут очень красиво, особенно при закате. Мелкий белый песок на пляже. Абсолютно нет отдыхающих. Чистое море. Очень красивая природа, горы рядом. Очень уединенное место для отдыха. Вот сейчас Сергей к нам придет и расскажет свои ощущения. Место очень красивое, видно, что пляж рукотворный, но он так сделан, что органично вписывается в общую природу. Несмотря на то, что на обилие здесь домиков, людей здесь практически не видно, потому что пляж, в принципе, полностью пустынный. Так как пляж сделан человеческими руками, здесь очень хороший заход в воду, но песчаный, либо мелкий камешек. Хорошая глубина, то есть это специально оборудованное место для купания. Приезжайте, купайтесь, загорайте, отдыхайте. Это хорошее место. Спасибо, Сергей. Специально для samuidays.ru 23 июня 2011 года. Тонгсонг Бич.